Кубань выбрала своего руководителя. Накануне прошел единый день голосования. На избирательные участки пришли 46% жителей региона. Крайсберком признал выборы состоявшимися. По предварительным результатам, с большим отрывом победу одержал Вениамин Кондратьев. За него проголосовали почти 1,5 миллиона человек. Вот как распределились голоса за кандидатов в губернаторы. Вениамин Кондратьев – 83,9% голосов. Николай Осадчий – 7,7% голосов. Андрей Руденко – 3,15% голосов. Сергей Фисюк – 1,9% голосов. Виктор Пономарев – 1,6% голосов. За активностью краснодарцев следили в городской избирательной комиссии. По ее данным, явка избирателей краевого центра на выборах губернатора Краснодарского края составила более 31%. Стоит отметить, что горожане тоже выразили свое предпочтение Вениамину Кондратьеву. За него проголосовал почти 81% избирателей. Предварительные данные по распределению голосов сейчас на ваших экранах.